Уточка, как всегда, среди вот этих листьев или что там. Они там. Мы, как всегда, что-то хлеб ничего не взяли, да? И покормить их или так далее. Вот мы, в общем, это уже, я так понял, тут очень-очень много озер вот вдоль этого всего. И вот эти уточки вот плывут себе и плывут. И мы решили тоже чуть-чуть уйти в сторонку и пойти по тропиночке. Такая вот стоячая вода. Пойдем вот так вот. Тут как бы мостики есть, но мы пойдем дальше. Вдоль вот этой как бы стоячей... нет, это не стоячая река, а это вот такая вот речка. И вот она, как мы смотрим, видимо, по наклонности идет именно с той стороны, потому что направление воды именно идет в эту сторону. Значит, она стекает в это озеро. Значит, начало берет оттуда. Блахсяхта, да? Можно по той, либо по этой стороне. Ну, пойдем по этой стороне. Вдоль именно вот этой реки. Это как я по карте увидел, по Google Map. Мы будем идти, короче, наверх. К истокам. По парку. Как всегда. Да. Ну, у нас такая мини-диета. Как раз когда мы забываем. Ну там Аушан. Там дальше. Могли бы зайти. В общем, водичка течет. Как бы вот так показать? Сейчас. Если видно. Ладно, потом покажу.